Исследования томских ученых помогут победить малярию. Сотрудники биологического института вместе со специалистами из университета Вирджинии изучают ДНК комаров. Ученые уже выяснили, как устроен геном особей переносчиков опасной болезни из Центральной и Южной Америки. Исследуют и виды, привезенные из Италии, Армении и России. На территории Сибири тоже водятся малярийные комары, но сейчас инфекция жителям не угрожает. Впрочем, говорят ученые, ситуация может резко измениться. Из-за глобального потепления ареал обитания насекомых смещается на север. И уже через несколько лет малярия может стать серьезной проблемой и для России.